Недавно владимирские тракторостроители отметили знаменательное событие. С конвейера их предприятия сошел 2-миллионный двигатель. В проекте Конституции нашей страны записано: опираясь на творческую активность трудящихся, социалистическое соревнование, на достижение научно-технического прогресса, государство обеспечивает рост производительности труда, повышение эффективности производства и качества работы, динамичное и пропорциональное развитие народного хозяйства. На состоявшемся митинге коллектив завода тепло поздравил первый секретарь областного комитета партии Пономарев.